Всем привет, с вами Тапчик, давай с вами я, Ксюша. Сегодня очень рано проснулась, у меня сегодня маленький такой, даже не маленький, влог, не простой, а с днем рождения. Сегодня у моей подруги день рождения, сегодня пойду у нее день рождения. Если слышите посторонние звуки, извиняюсь за них, это мой брат и мои родители. Сейчас я встану, почистить зубы и поем. Сейчас я заправлю постель и пойду кушать. Сейчас я поем и поеду с папой на автомойку мыть машину. Я уже в подъезде. Я уже вот оделась. Вот так я выгляжу. Сейчас мы с папой поедем на автомойку и еще куда-то. Но, возможно, как я поняла, все-таки папа взял ведро, поэтому посмотрим, куда мы поедем. Мы уже с папой приехали на автомойку. Развернем. Вот тут эта автомойка, моют машины, и она называется «Мою сам». Мы с мамой пришли в торговый центр, сейчас посмотрим мне какую-нибудь одежду. Вообще, ребята, мы сейчас с мамой ходили в торговый центр, и я с ним немножечко погуляла. Извините, что не снимала, потому что я забыла взять телефон. Я, наверное, когда сейчас мама придет, я буду разговаривать шепотом, потому что у меня маленький брат, и он будет спать. И вот, собственно, но вечером я сниму, как мы будем веселиться. Сейчас я вам покажу, что я подарю своей подруге. Она давно мечтала о тапочках, вот. Я ей купила такие вот тапочки, вот, на резиночке. Я ей купила какие-то вот эти игрушки. Вот. И тут еще есть такая же штука. Я, как понимаю, здесь куколки. И я ей купила еще вот такой лоскитис. Вот, тут что-то выдавливать надо. Вот, собственно. И, наверное, я сегодня пойду в Самилу сама одна. И куплю ей какую-нибудь открытку. Сейчас я даже не знаю, чем заняться. Наверное, я сейчас посмотрю телевизор. Так, сейчас я включу телевизор. Вот пульт. Вот так вот включается. Сейчас посмотрю какие-нибудь мультики. Тут у меня какой-то фильм. Давайте сейчас включу мультики. Вот. Я не люблю этот мультик. Сейчас я включу Спанч Боб, потому что Спанч Боб это мой любимый мультик. Вот. Обожаю его. Сейчас, наверное, немножко посмотрю мультики и что-нибудь поделаю. Давайте посмотрим, что у нас на балконе. Хочу посмотреть, что у нас там происходит на площадке. Вот что-то там не очень видно, но там гуляют мои подруги. Так. Ничего не видно, очень сильно солнце. Так. Даже не знаю, что нам с вами поделать. Мультики смотреть как-то немножечко скучненько. Сейчас я иду в магазин за открыткой своей подруги. Вообще, ребят, купила вот такую вот открытку. Написано «С днем рождения». Мир создан для тебя. Здесь такие девочки, зайчики. Пусть радуют встречи, подарки, сюрпризы, чудесные сны воплощаются в жизнь. Весь мир удивляется своей красотой, и солнышко светит всегда над тобой. Вот здесь такая вот София. И вот сзади София прекрасная и Дисней. Такая открытка. А это мои братики, мой 5 месяцев. Пока мама... Я нянчусь с ним, а мама делает работу по дому. День рождения! Это комната релакса? Да. Классно! Девочки, стоп, не ставите.
длинные трусы у тебя? Погоди, ты что? Домой без трусов пойдешь, что ли? Ты же замерзнешь, как ты пойдешь без трусов домой? Как же так? Ты же замерзнешь. Ты где взял такие трусы? Не твои? А, Юлина, Юля, это твои трусы? Где это трусы? О, вот эта девочка, у тебя такие трусы красивые, да? А вот это кто у нас потерял? О, вот, точно! Гори! У нас каша! Ну давай, Данил, скорее! Молодец! Он не боится! Раз, два, три! Волшебная каша в ложке горит! И она горит у нас, смотрите, каша! Дуй скорее на нее! Молодец! И каша! Я лучше ручку вперед! Юля, иди сюда скорей! Будем с тобой петь какую-то песню! Здорово! Дуй, молодец! На волшебный горшочек! Раз, два, три! Каша горит у нас, смотрите! Ой. Давай скорей, скорей, Юля, давай дуй! Давай, дуй, давай! Давай, Юля! Давайте дуй в одну сторону! В одну сторону дуем только! Дуем в одну сторону, ребятки! Ой, смотрите, у нас какие сильные все. Ой, ой-ой, какие желания у вас. А я знаю, что загадала Юля. Я загадала. Ага, ну конечно. А, тогда Юля загадала настоящий вертолет. А я да. А что ты загадала, скажи? А, куколку, ой, куколка.